На днях сотрудники МВД отмечали свой профессиональный праздник. Ученики и учителя 23-й школы села Великовечного решили по-своему поздравить белореченских полицейских, которые приехали к ним в гости. Учащиеся 5-х и 6-х классов приняли участие в конкурсе творческих работ. В школьном фойе были вывешены рисунки мальчишек и девчонок, на которых они изобразили, как представляют себе современного сотрудника полиции. А в спортивном зале проходили веселые старты. Команды состязались в быстроте, силе и ловкости. Школьников ждали не только эстафеты, но и интеллектуальный конкурс. За одну минуту им необходимо было ответить на 3 вопроса по правовой тематике. В результате упорной борьбы победу завоевала команда 5-го В-класса. Также ученики сделали гостям приятный сюрприз, выучив и прочитав стихи, посвященные полицейским. Полицейским старые ребята, не смогу как ежка служить, покажу всем людям, мне как надо, свой народ. Я пойду уверенно и прямо, даже самой